Итак, всем привет, уважаемые зрители моего канала. Сейчас я вам расскажу о современных юных видеоблогерах, молодых и о старперах. Устаревших видеоблогерах, которым сейчас по 55, по 60 лет. Старперы так называемые. И вот моего плана видеоблогера, которым сейчас 40-45 лет. Такие не очень еще старые видеоблогеры, можно сказать, молодежь сравнительная. Вот, значит, чем они отличаются, старые видеоблогеры, от молодых? В основном отличаются использованием фото-видеотехники. Значит, в чем их отличие? Старые видеоблогеры снимают, как правило, на старые, это так называемые Sony Boy, которые, ну, у которых крыша потекла на фотоаппаратах, на беззеркальных от фирмы Sony. Вот они в основном сейчас снимают на беззеркалке Sony, снимают на беззеркалке Sony Alpha A6000, A6500, A6400. Вот такого плана беззеркалки, которым сейчас по 55, по 60 лет видеоблогеры, я имею в виду. То есть у них денег до хрена, они, может быть, уже на пенсии какое-то время, уже получают пенсию, где-то подрабатывают, помимо видеоблогинга. И, значит, денег у них хватает на беззеркалки от фирмы Sony, которые могут и в Full HD снимать, и в 4K снимать. Ну а более молодежные видеоблогеры, типа меня, которым сейчас от 30 до 45 лет, они в основном отличаются тем, что они снимают на смартфоны. От какой фирмы эти смартфоны? Обычно это Samsung с тремя камерами сзади и фирма Xiaomi с четырьмя камерами сзади и с фотовспышкой, значит. Вот у меня сейчас, значит, смартфон Xiaomi, я сейчас снимаю на смартфон Xiaomi. Сейчас вот данное видео я делаю на смартфон Xiaomi. Вот на такие смартфоны снимают они на улицах свои видеоролики. В помещениях они снимают. Так, значит, сори, что приостановил немного видеозапись, у меня нос зачесался. Значит, в помещениях снимают на такие видеокамеры Xiaomi. Вернее, на такие смартфоны Xiaomi с видеокамерами, встроенными в смартфон. Вот, значит, вот это вот и основное отличие между старперами и молодежью. Старперы снимают на беззеркалке свои видеоблоги. На беззеркалке с Full HD и с 4K видеозаписью. А современные, более молодежные видеоблогеры типа меня, до 45-летнего возраста, значит, они снимают на смартфонах Xiaomi или на смартфоны Samsung. Очень редко снимают на смартфоны от фирмы Apple, как там оно называется, яблочные смартфоны, iPhone. Вот, на айфоны меньше снимают, потому что эти айфоны стоят очень дорого. 100, 110, 115 тысяч рублей. А вот тот же вот мой Xiaomi можно сейчас купить за 12, за 15 тысяч рублей. Вот этот вот смартфон. И прекрасно на него можно в 4К разрешении вести видеозапись своих видеоблогов для Ютуба. Ну вот я вам рассказал, в чем старики-видеоблогеры отличаются от более молодежных видеоблогеров типа меня. На этом я свое видео заканчиваю. Ставьте ваш королевский лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай. До новых встреч на моем канале. Всем пока.